Отряд Альфа или команда А признаны виновными и приговариваются судом к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мы невиновны. И какой у нас план, босс? Ты как будто взволнован. Ты был в ответе за этих людей, так найди же их. Черт, нет. Ни на каком самолете я не полетел. Соберись! Лезь в самолет, мы должны закончить побег! Соберись и лезь туда! Мы собираем команду вновь. И как ты планируешь их остановить? Не загонять их. Это становится интересно. Я BA. И сейчас тебе будет больно. Чертовски красивое местечко. Оно сдается? Я бы здесь потусил. Доброе утро! Он пытался бежать, заведя карету скорой помощи дефибриллятором. Наш чувак. Говорил же тебе, миссия еще не окончена. О чем речь? У нас чистый послужной список. Нас подставили. Пора платить по счетам. О, черт, ты прав, Ганнибал? Они лучшие, и они специализируются на идиотизме. Да что надо! Дайте мне минуту, и я покажу класс. Отдайте их! Убейте всех! Дайте моей команде час, и мы свернем горы. Тачку! Да труп, придурок! Здесь нельзя парковаться! Это места для инвалидов!